Как оценишь результат? Неплохой. Конечно, когда мы всегда играем дома, всегда хотим победы. Это естественно. Но считаю, что если мы смотрим все, ну, вообще все, для первой игры с новой тренером неплохой. Нам чуть-чуть еще не хватает уверенности. И поэтому я считаю, что был хороший результат. Давно не играл ты за сборную. Когда вышел на поле, было какое-то волнение? Ну, значит, знает, волнение всегда бывает. Особенно, когда играть для сборной, это ответственность очень большая, большой. И, конечно, волнение всегда есть. Это даже хорошо, чтобы ты будет более концентрирован на игру. И, да, чуть-чуть. Пропустил ты несколько тренировок из-за повреждения ахилла. Как сейчас нога себя чувствует? И сильно ли помешала подготовке вот этот пропуск? Нет, сейчас неплохо, но у нас уже скоро, через 3-2 дня, игра с Кипром. У нас мало времени есть восстановиться, но честно болел, но это не бывает футболиста без боли. У нас мы уже привыкли к этому, буду сейчас восстановиться, чтобы с Кипром буду готов опять. Сегодня был какой-то момент, который был самый тяжелый для тебя в игре, или достаточно все ровно было? Ну, я думаю, что было все ровно. Первый тайм только был момент, который я вышел из ворота и подкаты сделал, но остальные такой не особо. Как сегодня болельщики себя проявили в сборной России? Ну, это вообще молодцы. Я хочу тоже говорить спасибо за наши болельщики, что пришли к нам поддержать нас. Это очень важно для нас. Надеюсь, что скоро мы опять встретимся и будем стараться, чтобы закончить игру с победой. Поздравляю с матчем на ноль и с возвращением в сборной России.